Под Челябинском ищут собаку элитной породы. Песик пропал на базе отдыха у озера Косарги. Последний раз домашнего любимца по кличке Батон видели 1,5 месяца назад. Собака принадлежит к породе китайская хохлатая голая. Хозяева взяли его с собой на базу отдыха. Накануне исчезновения пес резвился на территории санатория вместе с другими собаками и, видимо, убежал с ними. Вероятнее всего, милую собачку с рыжим хохолком приметил кто-то из отдыхающих и мог забрать себе. Хозяева надеются, что за солидное вознаграждение Батона вернут и ждут звонков от неравнодушных.